Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам хочу показать очень замечательный микрорайон. Новый, строится в столице Крыма, Симферополе. Называется он Жигулина Роща. Смотрите, какие классные дома. После потери своего дрона, к сожалению, вам не смогу все прелести этого микрорайона показать. Но что смогу, то показываю. Вот мы заходим внутрь двора. Стоит шлагбаум, как обычно в таких жилых комплексах. Детские площадки, куда же без них. Сейчас мы с вами пройдем с другой стороны, но с другой стороны, с лицевой части жилого комплекса располагается куча, множество магазинов, бутиков. Здесь также строится, по-моему, и садик разноцветный, вот я вам сейчас покажу, и школа. Новое покрытие. Видим спортивную площадку. Квартиры здесь стоят еще относительно недорого. Вот мы видим садик, по-моему. Здравствуйте, это садик же, да, строится? Сейчас мы посмотрим. Классная архитектура выбрана. Ну, когда построится здесь, будет классно. Огромная территория жилого микрорайона. Газ, видим, значит, в домах газ. Здесь, наверное, скорее всего, школа. А нет, садик. Беседки видим. Какие-то магазины уже открыты, на каких-то висит еще вывеска «Аренда». Удобная здесь транспортная развязка. Можно и в центр Симферополя быстро попасть, и в Паторию, и Объездная здесь рядом, которая и на Ялту, и на Севастополь.
рядом здесь буквально в минуте ходьбы располагается огромный торговый центр, Меганом называется. Ну и магазины начинаются. Парковки для авто. Лично мне нравится этот жилой комплекс. Вот уже дорога. Спасибо вам за просмотр, друзья. Желаю всем здоровья, счастья и добра. До свидания.